Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами снова играем в мобильные игры и сегодня мы с вами снова играем на онлайн РП. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также при регистрации своего аккаунта в чате вводите очень простую команду /промо, как это сейчас делаю я. После этого открывается окно и вы выбираете пункт номер 1. И здесь в этом окне вводите очень простую команду Донни, как это сейчас сделал я. И сразу после этого вы зарабатываете 120 тысяч долларов для быстрого старта и развития на онлайн РП. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику и играйте на серваке Техас. Именно здесь я играю, именно здесь я всех вас жду. Итак, друзья, сегодня я покажу вам лайфхак, как можно реально очень быстро подняться на онлайн РП и купить себе дом и квартиру, буквально ничего не делая, а просто введя всего 2 промокодика. Итак, давайте мы с этого и начнем. Во-первых, прямо сейчас мы ввели промокодик Донни и получили 120 тысяч долларов. И прямо сейчас покажу вам еще один промокод, который называется хэштег рыбак, и он даст вам еще 100 тысяч долларов. Итого в сумме вы зарабатываете 220 тысяч долларов с 2 промокодиков. Это реально классные деньги для старта игры. Давайте покажу почему. Предположим, вы только что ввели промокодики и получили 220 тысяч долларов. У вас есть реально хорошая сумма для быстрого старта на онлайн РП. А что нужно сделать под самое начало? Конечно, купить себе тачку, потому что без машины, в принципе, на онлайн РП делать нечего. Нужно как-то передвигаться, и я посоветую вам купить одну из 3 машин. Первая машина — это Сталион. Реально очень неплохая тачка, типа кабриолет такой, похоже на Мустанг старенький, поэтому реально неплохая тачка. Стоит всего лишь 27 тысяч долларов. Либо еще один вариант, который я бы посоветовал. Называется он Маджестик. Тачка очень классная. Это, более того, ребята, тачка для бандитов из гетто. Это еще и лоурайдер. Можно классно его прокачать. Стоит 24 тысячи долларов. Двухместная тачка. Ну, либо же купи себе самый беспроигрышный вариант, который называется максимально просто Кловер. Стоит всего лишь 17 тысяч долларов. Задний привод, реально неплохая мощность. Можно подрифтить, понаваливать прикольно. Короче, просто покупаете себе тачку, и у вас остается еще 200 тысяч долларов. Предположим, вы купили себе какую-нибудь тачку, одну из 3, и далее нам нужно приобрести себе дом. Заходим в агентство недвижимости, подходим на маркер и выбираем пункт «Дома, выставленные на продажу». Здесь, в принципе, дома есть. Есть вообще какой-то супер дешевый дом за 75 тысяч долларов. Это, ребята, супер дешево. А находится этот дом, давайте посмотрим вообще где, потому что я даже его... А, это прямо в гетто, гляньте. 75 тысяч, это очень дешево. Ну и давайте мы съездим, посмотрим на тот самый дом, который мы можем купить за 75 тысяч, ребят. То есть в сумме, если вы купили тачку типа Кловер за 17 тысяч долларов и за 75 тысяч долларов купили себе дом, то вы реально потратили меньше, чем 100 тысяч, а у вас уже есть, ну, понятно, самый дешевый дом и самая дешевая тачка. Но это ведь, ребята, реально очень неплохо на самом-то деле, поэтому просто, ребята, едем сейчас, получается, смотреть дом. Единственное, что, ребята, гетто — такое место, где находиться бывает, что опасно, бывает, что некоторые игроки могут вас там как-то подэмить, поэтому будьте осторожны. Но на самом деле расположение этого дома намного лучше, чем расположение других, потому что находится прямо на самой окраине. Подъезжаем, получается, мы вот, ребята, с вами на маркер. Вот, ребята, получает тот самый маркер. И можно, в принципе, постараться купить себе дом за 75 тысяч долларов. Единственное, что, может быть, его купят быстрее, чем вы. Поэтому, ну, если такой дом появляется, разумеется, спешите, покупайте, потому что реально... Потому что такие предложения, ребята, реально очень ограничены. Часто дома появляются за 1125 примерно, поэтому смотрите. Смотрите, реально надо успеть купить себе такой дом. Далее, предположим, вам нужно купить себе классный скин, да, то есть у вас остается буквально еще, наверное, 1125 примерно. Но, опять-таки, не тратить деньги все подчистую, потому что вам, опять-таки, нужно будет бензином заправить вашу машину, отремонтировать в случае аварии. Ну и самое главное, опять-таки, нужно будет платить за коммуналку вашего жилья, иначе у вас дом просто пропадет. Поэтому будьте осторожны, разумеется.
разумеется, деньги все сразу под ноль не тратьте. Подъезжаем мы с вами на маркер, вот магазин одежды, давайте посмотрим, что реально можно купить себе в плане, ну, такого неплохого скина. Давайте посмотрим, у нас примерно есть 120 тысяч долларов, но прям подчистую тратить их я не хочу, поэтому листаем просто вправо и ищем более-менее неплохой скин какой-нибудь. Опять-таки, конечно, покупать себе скин дороже машины, я не знаю, стоит ли это делать или же нет, на ваше усмотрение, но в принципе, ну давайте посмотрим, что вообще здесь есть. За 85 тысяч долларов есть такие скины, вот ребят, скин, который сейчас у меня, стоит всего лишь 95 тысяч, реально очень недорого. Можете купить, у вас останется еще 25 тысяч, но смотрите сами, потому что деньги, как бы, реально это небольшая сумма у вас остается на руках, и там нужно будет все правильно рассчитать. Эти уже скины мы купить с вами не сможем, потому что это стоит дорого. Короче, заходите, приезжаете и выбираете себе более-менее подходящие скины. Скинов, конечно, здесь просто, ребята, очень много. Есть тут реально очень дорогие скины за 500 000, за 600 тысяч, за 700 тысяч, видимо, еще, ну, самый дорогой стоит, получается, 800. Поэтому, друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. И также, самое главное, ребята, разумеется, не забывайте играть вместе со мной. Я играю на серваке Техас на онлайн РП. Всех вас жду здесь. Всем удачки и всем пока.